на вокзале долгом стояли. Мы попали в сказку, будто или сон. С нами по соседству в зале ожидания кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихла сказочная песня, я спросил, кто этот бравый молодец. Мне ответил сзади голос неизвестный, пел вот этот парень, молодой боец, обыкновенный русский человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный русский человек, на нем простые гладкие погоны, любитель петь, шутник неугомонный. Обыкновенный русский человек. Боевых сражений отгремели грозы, и тогда в Россию хлынули рекой. Отовсюду письма, письма и вопросы, в каждом из которых был вопрос такой: кто он этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали так: обыкновенный русский человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный с виду человек, достойный был боязни превзойденный. Свою страну по-рыцарски влюбленный, обыкновенный советский человек. Сонно глядя в воду, мирно спят София, Прага и Белград. Кто помог народам обрести свободу? Кто достоин самой высшей из наград? Он наш простой советский человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный вроде человек, простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну безудержно влюбленный, обыкновенный советский человек. Влюбленный, обыкновенный советский человек. Наталья Москвина.